Как заставить себя ходить в тренажерный зал? Как заставить себя заниматься спортом дома? Вот на эту тему мы сегодня и поговорим. Меня зовут Сергей, я независимый партнер компании Gerbalife Nutrition. И в основе, по моему мнению, это все-таки питание. Тяжело удерживать результат практически невозможно тренировками. Как только вы расслабитесь, не корректируя питание, вы ну, вернете все, что, скажем, убрали тренировками. Можно тренировками получить результат? Какой-то можно, но тот, который бы вас устраивал, действительно, это сочетание питания и тренировок. И давайте теперь на тему непосредственно: как заставить себя заставлять не нужно. Когда мы определимся, зачем нам это нужно, сразу отпадет слово заставлять, мы будем понимать, зачем эти тренировки нужны. И второе какого типа тренировки нужны? В тренажерном зале же тоже можно по-разному тренироваться. Можно так тренироваться, что вы и успевать восстанавливаться не будете. Это тоже, это тоже может быть. И вы удовольствие от этих тренировок не получите. А вот от тренировок первое мы должны получить удовольствие. Это должно в удовольствие быть. Это должно стать нашим образом жизни. Мы должны хотеть туда идти. Взаимоисключающие вещи заставить и хотеть. Понимаете, здесь суть. Когда мы будем знать, зачем, мы под, под это сделаем какую-то свою компоновку тренировок и, и дома даже, а дальше я расскажу, как это лучше сделать, и мы уже будем хотеть ждать этих дней для того, чтобы позаниматься, а вот когда выйдете на режим, на регулярность, а ключ к успеху это как раз регулярность, мы уже потом будем хотеть организм будет хотеть тренировать трениров... тренировки эти проводить понимаете в чем суть сперва мы его учим а потом он нас уже ведет к тренировкам вот и все это так и работает но регулярность это основа как и в смене привычек это основа регулярность повторение новых привычек закрепление это как раз вот э, секрет успеха теперь когда мы определились зачем нам это нужно начали получать какое-то удовольствие от этих занятий, да? Как сделать так, чтобы у нас вообще эти тренировки получались, да? Вот мы в марафоне э, недавно проходили эту тему, скажем так, э, и разбирались. Многие хотели бы, да, но вот говорят: я работаю, прихожу с работы, и там дети поели, поспали, прибрались, постирали, и все. Какие тренировки уже? Куда уже даже идти? Никуда не, уже все закрыто. И дома тренироваться, ну, тоже такое себе, да, но можно. Об этом сейчас и вторую часть рассмотрим. Запланируйте, пожалуйста, для начала хотя бы два дня в неделю тренировок. Вы знаете свой график, вы знаете, когда у вас вечера свободные, или вы можете днем тренироваться. Пожалуйста, запланируйте. Какие тренировки решать вам? Это могут быть силовые, кардио, лайт-тренировки, йога, гимнастика какая-то. Да хоть что, хоть дыхательные практики, но на это нужно выделить время. Нужно одеться в специальную одежду для комфортного проведения занятий. Как только мы определились с днями, мы должны это поставить в расписание. Установите себе планировщик Заданий на день, на неделю, на год. Их можно периодически поставить, и они у вас будут напоминать вам каждый день, допустим, с утра, что у вас в течение дня произойти, произойти должно. Поставьте себе в напоминание 5 важных дел, которые вы можете забыть, пропустить, упустить. Там все можно организовать для себя как нужно, но не больше 5 семи для начала. Потому что когда люди напишут 20, список, 20 дел в список, они потом расстраиваются, потому что ничего не успели. И вот эта вот галочка в голове ⁇ я ничего не успеваю ⁇ она должна отсутствовать, не должно такого быть. А вот 5 спокойненько людьми выполняется в течение дня. Даже банально помыть посуду, там, купить для ребенка что-то или э, куда-то сходить, кому-то позвонить. Все это туда вписываем. Тренировки записали. Вам напомнил э, этот планировщик заданий, вы уже знаете, что у вас сегодня тренировка. И если вы ходите на работу, там куда-то в офис или что-то делаете, и у вас рабочий день кончается, допустим, в 6 или в 5 часов вечера, то вы смело можете на вечер себе поставить тренировку. Но вообще тренировки после 8 вечера это ну, такое себе такая себе рекомендация, и вообще никто не рекомендует это делать. То есть у нас пик активности с 5 до 7, то есть в вечернее время. То есть тогда будет эффективный результат, тогда будут эффективные тренировки, и результат от них будет несколько лучше, чем вы будете тренироваться с 8 до 9, допустим. А после 9 это вообще надо быть, ну, чтобы тренироваться. Поэтому поставили в расписание... Мы знаем, что у нас тренировка, и теперь нужно питание учесть, чтобы у нас не получилась такая ситуация, что мы пришли с работы, поели. О, у нас тренировка еще, а мы тут поели, а есть, как правило, вечером, ну, может быть, хотеться по-разному, да. Если вы не работаете с консультантом, примерно не знаете, что такое перекус между приемами пищи, да, вы основными, вы, возможно, к вечеру можете съесть несколько больше, чем нужно. И когда вы съели несколько больше, чем нужно, какие-то тренировки могут быть. Если мы пообед... поужинали уже, скажем, твердой пищи в адекватном количестве, мы как минимум должны полтора часа подождать, прежде чем начать тренировки на голодный желудок. Никаких тренировок делать не рекомендуется, так же, как и на полный. Поэтому Здесь уже лучше подумать или проконсультироваться, как сочетать вот с питанием. Какое питание лучше перед тренировками? Если у вас есть время, допустим, по запас, где-то вы быстро можете переключиться, переодеться и тут же тренироваться. И если это дома даже, да, вы можете сделать перекус, а потом легкий ужин после тренировки. Как правило, это протеиновые коктейли, желательно, чтобы были. Это самое лучшее решение. Также может быть решением перед тренировками протеиновый батончик, протеиновый коктейль, ну или может какой-то фрукт быть, например, смотря какая у вас цель, какая задача, какого типа тренировка. Сочетаем с питанием, чтобы это это произошло, да. Мы возьмем с собой свой ужин, например, на работе его можем съесть. И когда мы приехали домой или пока добрались куда-то, или до тренировки добрались, прошел какой-то значительный интервал, мы уже пришли и спокойненько потренировались. Как еще раз я, как уже я говорил, еще раз повторюсь, на голодный желудок нельзя тренироваться, это опасно. Вот. Когда мы сочетаем вот эти два фактора, да, планирование и сочетание с едой, у нас все получится. Если мы опустим этот фактор пропитания, ну, как правило, не получится. Да, приоритет лучше поставить поужинать, нежели потренироваться, потому что физиологически мы себе меньше навредим, нежели когда мы потренируемся на голодный желудок. И ну, мы же хотим пользу какую-то взять от тренировок, мы же не хотим себе во вред. Поэтому ужин должен быть, и после шести тоже нужно есть, смотря. Что есть и, как правило, у людей тренировки вечером идут. Вечером, как я уже сказал, лучше это то, что можно придумать, это восстановиться протеиновым коктейлем. И есть люди, которые э, тренируются с целью позволять себе что-то потом э, в кафе покупать там или в магазине какую-то там еду э, и расслабляться, да. Но здесь уже э, вопрос. Э, к дофамину, скажем так, от чего вы получаете удовольствие, что у вас в жизни происходит, ну это уже отдельная тема. Мы должны получать удовольствие от занятий тренировок, от занятий тренировками, спортом, физкультурой, йогой или еще чем-то. Для себя выберите то, что вы хотели бы делать и делайте, пожалуйста. Тогда это будет в удовольствие, во благо, и вы будете получать только преимущество от занятий этим, этим, этими активностями. Надеюсь, это видео было полезным. Если вы хоть что-то взяли из этого монолога, пожалуйста, поставьте лайк, и я буду благодарен и действительно пойму, что что-то я полезно говорю. Если я пронес какую-то чепуху, поставьте палец вниз, что вам не понравилось. Если вас интересуют вопросы с балансированным питанием или конкретно продукты компании Herbalife Nutrition, пожалуйста, мои контакты всегда в описании. Обращаемся, консультируемся, помогу, расскажу, и будете пользоваться себе на здоровье. Увидимся в следующих видео.